Всем привет. Ну, я, как всегда, в дождь. Это нормально для Голландии. Вот, я вчера вечером тут проезжал мимо этого гаража. Это вчерашний привоз, так что, я думаю, сегодня уже попадут в интернет. О, там кто-то еще машинки везет. Вот, вчера я видел, они уже стояли, но с самого утра не смог заехать. Не было времени, я там с клиентом занят. Ко мне с Украины приехали. Я уже взял ключики. Это 18-го года машина. Покажу повреждения. Так. За него просят 13 750. Но я повторюсь, в этом гараже он еще, насчет цен еще идет с ним разговаривать. Там еще пару машин приехало, тоже покажу потом. Вон, пару машин, тоже вчерашний привоз. Как повторюсь, утром не успел. Так, 2018 год, 13 750. Просят за нее 155 тысяч пробега. Так. Ключики я взял. Посмотрим, что это за красота такая. О, местечко-то нормально здесь. Так. Ну, такая красота. Так, буквально быстренько покажу. Если кому интересно, сами знаете, можно с вами связаться. Группа есть в Фейсбуке. Ссылку оставлю под видео. Такой быстренький осмотр. Если кто заинтересован, созвонитесь со мной. Подойдем, посмотрим, проедемся. Насчет цены будем говорить. С аппаратиком, если кому интересно. Почему всегда кто-то, когда я делаю видео, кто-то меня зовет? Так постоянно. Да. Ладно. Сейчас покажу еще другие машинки. Эти ключики пока здесь оставим. Тут еще всякие маленькие машинки есть. Может, какие-то мимо прохожу или еще что-нибудь, мне говорите. Я только привезли, сразу продали. Просто. Она ни в интернет никуда не попала, вот все. Продано. Вот, вот эта машинка еще. Вот, когда их сюда вот так паркуют, их начинают фотографировать. Вот, сейчас ее заведут. Сразу покажу, какие повреждения там. Эта машина, она 15-го года, 1.8 гибрид. За нее просят 5250, 117 тысяч пробега. Я ключи от нее не брал, ничего. Так, покажу, арбяги. Все полопались. Под коленями тоже, по-моему. Там еще видел черный гольф какой-то. Да, здесь тоже. Ну-ка, быстренько показываю. Ну, что потом они уже попадут в интернет. Ну, если вчера приехали, значит, сегодня уже в обед или вечером их уже выставят на продажу. И тут тоже, когда бывает, выставляют машину на продажу, если не продается дня 3-4, цена чуть-чуть падает. Так что, по идее, с этим тоже можно выиграть. Но если кто-нибудь не перекупит эту машину. Ну и сейчас иду к этому гольфу еще. О, кстати, его продали. Да, продан. Трафик тоже еще, смотри, стоит, но его в интернет еще не выставляли. Если выставят в интернет на продажу, и он постоит еще 2-3 дня, цена тоже будет падать. Ну, это что такое гольф тут 2009 года. Это 1.4, ну 1.4 бензин, это хорошо на этот рынок. Так что цена будет дорогая, навряд ли на экспорт интересно. За нее сейчас просят 4250, 188 тысяч пробега. А, закрыто.
Ну, вижу механика. Так, что тут у нас? Закрыта вся машинка. Ну, ладно, такой небольшой обзорчик этих машин. Тут все уже продано. Ну, буду пытаться сюда, как говорю, каждый второй день, может даже каждый день пробовать заходить. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы все видео до вас доходили. То иначе не увидите машинок изначально. Потому что как они сюда приходят, через сутки они попадают в интернет. И тогда уже 90% машин просто продается моментально. Помогу с ценами, помогу с документами. Так что звоните, обращайтесь, называйте, ставить лайки, комментируйте, какие машинки лучше снимать. Говорю, может, что-то пробегаю, какие-то машины. Кстати, это тоже чуть-чуть подешевело, я там смотрел, на пару сотен упала цена. Надо будет в группе поменять цену. До сих пор стоит еще. Ладно, все, всем спасибо и пока.